Въезжаем на ГЭС. Здесь, как видим, полотно в неплохом состоянии. Вот видим слева отрезок уже отремонтировали, положили асфальт, положили временную разметку, нанесли. И вот мы въезжаем на новый асфальт. Отремонтированный. Дорожники чистят сейчас пространство у бордюров.
это правильно. Привычно всем, кто ездил или ездит постоянно через плотину Жигулевская ГЭС, непривычно видеть, что нет большегрузных автомобилей. С 10 мая установлен запрет на дневное пересечение дамбы, поэтому по обе стороны Жигулевской ГЭС стоят посты, на которых тормозят и предупреждают, что ребята, поедете только ночью. Вот никакого столпотворения. Сейчас будет узкое горлышко на ГЭС, и мы посмотрим, что там делают дорожники. Каждый час сейчас надо использовать, каждый час такую погоду, я имею в виду здесь, на мосту. Счастливого пути и вам того же. Вот мы приближаемся к месту ремонта. Красота! И вот буквально вот похвалишь, начинается участок. Вот это вот участок дороги, знакомый всем. Здесь еще ремонта не было. Говорить приходится, перебивая шум, который идет. Мы доехали до узкого этого, про который я говорил, горлышка. Дорожники ремонтируют, залито бетоном, мы видим. Да, ребята работают. Полоса. Они укладывают специальный материал, видите, решетку укладывают металлическую, бетон равняют. А это какая-то специальная машина. Ну и вот дорожка, может, это узкая, мы проехали поворотник голова. В принципе, никаких, ну не в принципе, а никакой пробки на самом деле. Thank you.
уже отремонтировано, и покрытие зима сохранила. В обочинах идут какие-то подготовительные работы. Здесь же будут делать серьезную развязку. Опять. Песочек, может быть, вот на светофоре, если встанем, мы увидим как раз песок.